Мышкин Герман Сергеевич, главный тренер сборной УДГУ. Поздравляю вас с выходом в финал турнира. Матч закончился со счетом 3-3. Вообще, расскажите, как вы считаете, могли ли вы забить больше, или, может, команда соперников была больше? И кто, по вашему мнению, был все-таки сильнее? Или игра, на самом деле, вот так и была на равных? Нет, ну да, спасибо, конечно, за поздравления. Мы очень рады, и ребята рады. Ну, соперник, как сказать, что могли больше забить. Игра равная, хороший соперник, видите, я думаю, зрителям понравилось, ну вообще и турнир, я думаю, понравился, очень много голов забивает, что одни, что другие команды. Упорная борьба, соперник, скажем так, ни один не заслуживал поражения, и в итоге матч завершился в ничью. Как вообще думали, как будете готовиться к финалу? Будут ли у вас в вашем родном городе какие-то турниры перед финалом или просто какие-то штатные тренировки? Ну, турниров-то не будет как таковых, потому что сейчас в связи с этой ситуацией все запрещено, как вы знаете. Ну да, мы сыграем. Я уже говорил, что мы перед этим турниром мы играли две контрольные игры для подготовки к этим соревнованиям. Думаю, то же самое. Мы сыграем 2-3 игры, подготовимся, плюс, может, подключатся еще другие ребята. Многих мы не смогли взять по разным, скажем так, обстоятельствам и финансовым, и то, что они играют в других командах, как бы их, не отпустили. То есть... Мы желаем вам удачи и только победы. Спасибо.